Всем привет, семья! Абот Аватар. И я хочу вам рассказать про одного агрошкольника, который на меня просто так, ну, так скажем, залупался. Ну, это не называется на залупа, просто один мат или обзывание. Вот, я играл в командный бой. Потом я вышел из карты, и мне написал... Так, где? Молния Маквин. Какой-то Молния Маквин. Я вам покажу начало, где что началось. Сегодня он мне написал: ты дебил? И кстати, ты агрошкольник. Я не понимаю, из-за чего я просто играл, а потом вышел, и я это вижу. Я не понимаю. В чем вопрос? Так, вопрос. Почему я дебил и агро? Агрошкольник, почему я? Отмазки тупые сразу видно. Какие отмазки? Я просто спросил. Кто ты в реале? В реале? Это в смысле в реале? В смысле? Я его не понял. Я его не понял. Чё ему надо от меня? Потом, ты можешь объяснить понятным языком? То есть я его не понимаю, это вообще объяснение, или он просто мне так сказал? Так, дальше. Сра. Я не понял, что за сра? Сразу отлетаешь, понял? Куда отлетаю? Потом я понял, куда я отлетаю. ЧС. Потом, блядь, если не понимаешь. Не понимаешь? Как здесь понять можно? Чё здесь? Я не знаю, что я сделал. Я просто играл тупо. В чем проблема? Я не понимаю. Капец. Ну и вот, можете ему сами написать, там, спросить, в чем проблема, что я сделал не то, или может я его в карты, в этой картке его нашел, и я с ним сыграл, может я его победил, и он там уже из-за этого разозлился, я не понял. Просто такое бывает у вас, там, где кто хорошо играет, это назвать, что вы читер, хотя вы не читер, а просто хорошо играете. Меня так уже не часто. Ой, меня часто так называют, не часто. Вот, я не понимаю, что. Может, он специально это, или... Я не понимаю, в чем прикол. Вот, короче, вы ему напишите, спросите, видишь, Аботу Аватару, что он тебе сделал или что он творил. Потом вы можете мне в комментариях это написать, я почитаю, из-за чего. В чем проблема моя? Я просто тупо играл. Ну и вот, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии про что мне там говорит. И всем пока, и всем удачи, до следующего видео. Всем пока!